Итак, господа мои, сколько сейчас стоит ваша машина? Ну, в некотором количестве, да, в большинстве, ваша машина стоит больше 1 000 000 рублей. Ну, я имею в виду хорошие машины. А есть такие машины, которые еще и дороже стоят. Что же мы будем делать с ними? То есть вы можете выехать куда угодно. И обратите внимание, дороги у нас не солят, слава тебе, Господи, но у нас дороги покрыты крошечкой. Вот всякие такие штучки типа камушков, они также вылетают. И что получается? В вашей машине год, а на нее уже смотреть не хочется. Я про то и говорю. Есть другой вариант. Есть другой вариант. Вот здесь, на улице Карла Маркса, 187, дробь. Да-да-да-да-да. Она так сбоку примыкает. Вы можете машины забронировать. Да-да-да. Причем пленочку я посмотрел. Это очень хороший результат. И цена вопроса. Да, к вашему миллиону с остальными делами прилепиться еще, если полностью все сделать, целиком, полностью, это еще 43 тысячи рублей. Да. Эта пленка держится ровно 10 лет. А может и больше. Пока еще никто не проверял. Эту пленку вы можете легко снять. Никаких проблем. Но даже если что-то случится, представляете, да? Ну, такие вещи иногда случаются. Я буду надеяться, что с вами будет все в порядке. И вы будете ездить ровно и красиво. То есть, маленький удар. Аккуратно снимаете, доделываете, привозите сюда. Это, конечно, тех денег не стоит, просто перекройте снаружи и все. Почему вам необходимо сюда приехать? Я бы тоже самое поступил. Потому что вот я ничего не буду говорить, но я владею уникальным автомобилем, самым лучшим. И, к сожалению, я его просто поставил, потому что коробка была блызнута. И мне по дверям ударили, понимаете? Не то, что по дверям ударили, просто краска помяла. Она не помялась, но было очень противно, да? Потому что люди странные у нас ходят. И эти странные люди могут вашу машину покорябать. В данном случае, да пускай корябает, никаких проблем нету. Она красиво делается. То есть вы покрыли ее спокойненько, да, вот здесь вот. А потом ездите. Ну, если что-то уж случилось, так же придете сюда и покроете по новой. И к вашей сумме это просто какая-то такая штука, которая вас реально спасет. И спасет ваш автомобиль от таких нехороших потрясений. Типа потертости, типа гравий, который вылетает. Ну и вообще, смысл очень интересный. Чем Магнитогорск хорош? Ну чем? Дороги не солят. Вот это да! Поэтому чисто магнитогорские машины прочнее всего того, что продается от Волгограда и Хабаровска. Ну да, места мало, но магнитка просто класс. Но простите, крошкой у нас сыпет, а эта крошка ушибает наши бампера, передние крылья и капоты. То есть новая машина хороша, и только когда она из салона. Хотя постойте, можно ее и в бронепленку закатать. Это, конечно, не броня для пули, но сколы от крошки, а также любой порез она держит легко. Но давайте определимся. А определение будет простое. Мы все помним тонировку. Стоила копейки и не клеилась. Да, да, да. Из разряда 1993 года, века 2000-го. Да и в 21-м она есть. Тоже и с пленкой для брони. И тут надо понимать, куда вы зашли. Во как! Подразделение одно из лучших. На Карла Маркса 187А. Пленка тянется и, честно, она также снимается, не колбася краску. А вот об этом ваши тонировщики не рассказывали? Так вот, знаете, не экономьте на покрытии. А то потом перекраска сожжет то, во что вы закатывали. Не экономьте, господа, вы наши. Лучший качество не здесь. К слову, как человек законопослушный, я тонирую зад. Это можно? Но можно и наперед нанести тонировку. И вот вас остановили, вы ее снимаете легко и без клея. А здесь есть и такое, не знали, а теперь знаете. И вообще, при выборе тонировки вспомните мой сюжет в эфире или на YouTube. То есть целый сегодняшний день мы посвятили процедуре обеспечения более свежего вида вашего автомобиля. Да, это не быстро делается, да, это стоит, конечно, денег. Но в связи с тем, что машины стоят бешеное количество денег,
потому что, ну, уже закончились те времена, когда доллар был по 6 рублей. Давным-давно закончится, да и по 32 он тоже закончится, да и... А, вот да, сейчас 64, да. Поэтому машину вверх. И поэтому ценников дешевых уже практически-то и нет. А если мы платим большие денежки, то мы должны понимать, что лучше, чтобы наш автомобиль очень долго сиял и блистал своей красотой, своим хорошим лакокрасочным покрытием. И к цене вопроса свыше миллиона доплатить 43 тысячи рублей, ну, я считаю, что это правильно. Потому что 10 лет она будет служить. Представляете, 10 лет будет служить. Отличнейшая пленка. И если что, и вы, если вы куда-то хотите обратиться, я бы вам посоветовал сделать выбор в сторону вот этого сервиса, который располагается на улице Карла Маркса, 187А. Потому что, во-первых, 1000 машин они уже сделали, да и сделают больше. Во-вторых, это качество. И в-третьих, ну, вы должны понимать, что пленка, которая рассчитана на 10 лет эксплуатации, это тоже интересный вариант. К слову о том, что если что-то случится, вам всегда все это дело перетянут.